Всем привет! Я рад, что вы проснулись, и сейчас настало время позавтракать. А приготовлю сегодня на завтрак я оладьи, но не простые. Дело в том, что рецепт, в принципе, традиционный. Мы будем использовать сливки, ну, можно молоко, яйцо, быстрые дрожжи, но вместо муки мы добавим измельченные хлопья геркулеса. Это будет гораздо полезнее, поверьте мне. Также добавим соль, сахар и пару столовых ложек растительного масла. В принципе, рецепт всем известный. Давайте начинать. Почему мы вместо муки используем отруби? Потому что отруби богаты витаминами В1, В2, В6, а также провитамином А, который называется по-другому каротин. Также отруби богаты минеральными веществами. Среди них калий, магний, хром и многие другие микроэлементы. Итак, наши оладьи с отрубями готовы. И я хочу заметить, что употребление продуктов, содержащих отруби, регулярно способствует снижению холестерина, да и вообще в них очень много полезных веществ и микроэлементов. Приятного вам аппетита и хорошего дня. Увидимся. Thank you.